Сергей Павлович, мы с вами, кажется, в этой обстановке встречаемся уже впервые. Хотя, кажется так. Да, хотя сам этот журнал нам издавна дорог, и вообще сам по себе, и, скажем, по судьбе его в вашей биографии. Все-таки здесь было напечатано когда-то и повесть на Иртыше, и роман «Соленая пать». Ну, теперь вы уже в новой роли молодого редактора этого журнала. И мне интересно узнать, как вы смотрите и на задачи этого журнала, ну и вообще, если хотите, на задачи журналистики вообще. Мне кажется, что в основном задача тут вот какого рода. Журнал – это факт мировоззренческий. Вот происходит, возникает мировоззрение читателя. И не нужно думать, что редактор, что авторы журнала вот так единолично его формируют. Мне представляется, что мировоззрение и у редактора, и у журналистов всех нашего коллектива, и у читателей возникает из того общения, которое журнал создает между нами. Ведь редактор и каждый его сотрудник этого журнала – это общественное лицо, это представитель общества, который вот печатными буквами выражает вкус и потребности сегодняшнего общества. И растет вместе с обществом. А общественное мнение воздействует, значит, на нас, а мы на него. Вот этот процесс… Чем точнее мы его осуществляем, тем мы больше приобретаем мировоззренческое значение. У нас теперь очень много рукописей. Очень много. У нас в прозе, в отделе прозы, 2500 рукописей. Значит, когда я говорю, что можно себе позволить, то есть какой накал у нас страстей авторских, что мы можем отобрать, что мы можем позволить себе напечатать из этого огромного количества. А можно себе представить, сколько мы можем дать, понимаете, ну 20-25 рукописей. В год? В год, по прозе. 1% – вот какой отбор. Но у нас существует уже положение очень жестокой конкуренции между авторами. Между хорошими авторами. Авторами, которые не в первый раз печатаются в новом мире. Но вы объявили целый ряд таких авторов интересных. Да, да. Но глухо, не расшифровано, что кто это. Да, но сейчас у нас уже так прояснилось в общем положение с прозой, во всяком случае. У нас вот мы первый, второй номера открываем романом Гранина, интересный роман, документальный такой, он умеет с документом работать очень хорошо. Мы даем роман Тендрякова, роман небольшой, но очень, на мой взгляд, интересный, Адамовича. У нас есть такая вещь Базунова, ленинградского писателя, мало печатавшегося до сих пор, мало известного читателя. Но мне кажется, это очень интересно и своеобразно. У нас выступает с интересной вещью Битов, Маканин. Мы печатаем работу о Гоголе Набокова, который так и называется, Николай Гоголь. И я думаю, что это очень интересно будет. И меня привлекло в этом деле, собственно, вот два обстоятельства. То, что это переводная вещь. Не хотелось бы, в общем, перепечатывать книги в журнале, где бы они, как бы они ни выходили. А это переводное будет для русского читателя, так сказать, впервые представлено. И второе, понимаете, когда писатель пишет о писателе, он этого никогда не избежать, он больше говорит о самом себе, о своем взгляде на другого писателя, значит. И в то же самое время... Мой Пушкин, Цветаева, если хотите, мой Чехов, Бунина и так далее. Да. Поэтому мне было интересно дать такой материал, чтобы из него был виден Набоков. У нас идет очень интересный материал Булгакова. Две главы, которые он в свое время сам не включил в роман
«Белая гвардия». У нас идет очень интересная статья Корнея Чуковского об Анне Ахматовой. Вот. Мы будем давать Платонова. Может быть, вот сейчас, так сказать, я смотрю на эти все рукописи представленные и книги. Представлены. Кое-что из неопубликованного Пастернака. Ну, в общем, мне даже довольно трудно сразу вот так все это сказать. У нас идет Астафьев, это уже в ближайших номерах, последняя глава из его, значит, из его последнего поклона. Он заключает, как всегда, это прекрасно написано. Вот, значит... А поэзия? Поэзию, вы знаете, вот пока я не хотел бы ничего не говорить о поэзии. Она не определилась. Значит, сейчас отдел поэзии и редактор по поэзии у меня только что вот буквально за 15 минут до этого с ними сидели, разговаривали. Это новые люди у нас. Это привлеченные. Владимир Костров и Олег Чухонцев. Костров и Чухонцев. Значит, мы должны с ними выработать какую-то программу. Хотелось бы, потому что как раз мы как с вами говорили о том, что поэзия в журнале, даже при Твардовском, не всегда, так сказать, была на уровне, может, в силу уже, так сказать, личных его каких-то, так сказать, субъективных взглядов. Но и в последнее время были сбои. Да, но я вам скажу, да, кстати, мы даем повесть Твардовского, которая никогда никому не была известна даже. Он ее писал в 1932-1933 году юношей. Это что вы имеете? Это... Какой дневник председателя колхоза? Нет, не тот, не тоже, нет, конечно. Она так, ну, может быть, она и так называлась. Она им названа неудавшаяся повесть. Она удавшаяся, она незаконченная. Он ее, видимо, так и назвал. Вот, значит, нам Мария Илларионовна его дала эти материалы со своими такими комментариями. И мы где-то вскоре ее будем давать. Значит, Твардовский художник реализовался... в поэзии прежде всего. Но вот как он чувствовал слово всегда в 22 года, это удивительно, понимаете. Это прекрасная вещь сама по себе. Ну, я как раз попутно должен заметить, что если я так вот оптимистически смотрю на нашу прозу, то у меня такого оптимизма нет в отношении нашей публицистики. Да? Да, у меня... Хотя всегда журнал как раз был этим очень силен. Ну, вы знаете, когда вы говорите «всегда», вы имеете времена Твардовского в виду. Не только, это бесспорно, это бесспорно. Да, но даже в последние годы был ряд блестящих статей. И Черниченко о компании, и Селенина в эксперименте. Вы знаете, в чем дело? Это все прекрасные статьи. Прекрасные статьи. Но они должны быть в каждом номере такие. А, это идеал, конечно. Они должны быть в каждом номере. Вы понимаете, мы сейчас не можем пропускать, не имеем права пропускать вот этот шанс публицистический. При всех тех переменах, которые у нас происходят, мы должны помнить, что мы можем сделать это сейчас или не сделаем никогда. Осуществим вот эти перемены, и общественные, и психологические, и народно-хозяйственные, и так далее. Мне кажется, что если мы в журнале, в каком-то номере выходим без такого вот материала, значит, наш журнал уже не полноценен. Несмотря на то, что... Будет рядом прекрасная проза и хорошая поэзия. Да-да-да. Значит, шанс упущен. Шанс нашего влияния, именно шанс нашей мировоззренческой роли. Ребята, может быть, это смешно, но мне кажется порой, что лучший мой возраст уже позади, и лучший мой возраст – это ваш возраст. Поэтому я с радостью буду читать стихи для вас. Я думаю, что все сильные человеческие чувства в какой-то мере связаны с любовью, и только любовь дает нам радость жизни. Называется это стихотворение «Электрички».
Я люблю вас, электрички, и решила вам признаться не за тем, чтобы эксцентричней и восторженней казаться. Эх, ругайте, не ругайте, я душою не москвичка. Сладко сердце обжигает стон далекой электрички. Я люблю огонь прощальный последнего вагона, песни юные и печальные под гитару перезвоны. От Покровской до Подольска, до Царицына и дали, по горячим рельсам скользким электрички улетали. Мы с тобою выходили на прокуренном вокзале, мы смеялись и шутили, а душою повторяли. Пусть мгновение продлится, и какой ценой не важно, пусть вот это повторится не однажды и не дважды. Ветер пыльного апреля слезы высушит мгновенно. Жди меня на той неделе, я приеду непременно. И пускай уносит ветер счастье, радости, привычки. Стоит жить еще на свете в ожидании электрички. Мне кажется, что молодая поэзия сейчас находится в драматической ситуации. Дело в том, что мы не можем сказать, что в современной общественной ситуации существует огромная жажда поэтического слова. Это факт. Я вспоминаю Москву 60-х годов, вот 61-го, 62-го. Действительно бурлила вся молодежь, школьная и студенческая, стихами. Мы проползали под стульями в вот коммунистическом аудитории университета, чтобы послушать Вознесенского. Простаивали у памятника, да, Маяковского, висли на окнах библиотеки Фурманова, чего только не было. Теперь такое представить невозможно. И вот почти со страхом я решила, уже не первый раз попробовала, выпустить своих пишущих ребят. И вот когда они стали выходить на сверстников, на глазах произошло чудо. Достаточно было на сцену шагнуть человеку моложе 20, и внимание аудитории тут же концентрировалось на нем. Я понимаю, они хотят слышать свое и о своем. Сама это слово как с губ сорвалось, и словно земная расплавилась ось, и время верблюдом горбатилось вдруг, плюясь междометьями пепельных вьюг. Мне дорого стоило это сама. Так в детские пятки вонзается тьма, так детскую душу, озлобив тоской, хватает за горло озноб городской. Сама, я сама достаю на волне, и сердце отдам непреклонной луне, и тяжкие горсти натруженных слов докину до звезд на потеху ослов. Неужто сама, завывает зима, косятся, объевшись пургою дома, и скептик январь, разметнувший крыла, кричит, ты в абсурдность себя завела. Сама, я сама воспою свою грусть, и вслед уходящей любви разревусь, и новую встречу, объяв горизонт, раскрыв парашютом сияющий зонт. Мне дорого стоило это сама, хватало души, не хватало ума, и дерзкие руки к высотам теня сбивала ступни о подножие дня. Сама, я сама разрисую судьбу, и прочь удалюсь настоящим на лбу, и с будущим сжатым, как луч в кулаке, что в прошлое кануть почти налегке. А если подступит годовку тюрьма, считать и судить их я буду сама. Я просто думаю еще, Ольга Олеговна, что у вас есть, существует сейчас вот такая вот психология, ну что ли, такой наседки. Немножко наседки есть, которая вот их оберегает, которая говорит о том, что это хорошо было бы внимание и так далее. Но мне кажется, что, как вы думаете, вот были сказаны Твардовским слова по поводу молодых, топи, хотят пока слепые. Ведь вот в этой жестокости тоже, может быть, существует, есть доля истины. Поскольку, как вы знаете, это возраст, там, скажем, от 17 до 20, когда практически, ну, я не знаю, каждый грамотный молодой человек пробует свои силы в поэтическом слове. Как бы выглядела картина сегодняшней нашей литературы, если бы старик Державин, вместо того, чтобы в гроб сходя благословить Александра Сергеевича, утопил бы его, пока тот еще был несмышленышем, но что, ему было к тому времени именно столько лет, сколько приблизительно любому из этих ребят. А как вы думаете, вот в том потоке серой поэзии, в котором мы живем и купаемся ежедневно, этот серый поток тоже кто-то создавал?
тоже кто-то бесконечно поддерживал. Мне как раз кажется, что в нашем вот современном литературном процессе больше всего мы страдаем от того, что мы бесконечно поддержаны. Ну а как же быть тогда с таким афоризмом, как талантам надо помогать, бездарности пробьются сами? Я думаю, что я не хочу желать никакого, так сказать, недобра тем, кому сейчас по 18-20 лет, но их судьба, собственно говоря, впереди. И тот трудный путь, который они должны пройти, он от воспитателя, так сказать, тут не зависит. Смотри, как кружится по сцене в колючей пачке балерина. Она узнала об измене, и смертью кончится картина. Вчера на этих же подмостках, ломая восковые руки, в который раз рыдала тоска предвечным призраком разлуки. И хочется, взглянув на лица в партере синим от тумана, закрыть глаза и удивиться наивной прелести обмана. Море катит валы, вереницы валов, вереницы, незабвенных ночей этой ночью припомнить дано. Так знакомую книгу берут и листают страницы. Твое детское платье, какого же цвета оно? Я расту, словно плющ, извиваясь по сучьям и веткам, вырываясь на свет, пропадая во мраке опять. Поцелуй — это слово о жизни и смерти и ветре, но его невозможно тому, кто не слышал, понять. Вот и беден словарь мой. 3 года прошло. Неужели? Феодосия спит, омываема пеной снов. Словно в сердце моем до сих пор отшуметь не успели наши детски враждебные темные заросли слов. Этот тусклый маяк не осилит свечением звезды, только росчерком чаячьих крыльев помечены дни, как мучительно тяжек задушенный комнатой воздух и слабеет рука на горячих волнах простыни. Спасибо. Памяти тополя. Он сгублен нынче, серебристый тополь, граф из потомственных, мой демон давний, над городом серебряная буря из веток соловьев и мокрых звезд, а по весне, разбив асфальт в ошметки и несколько фундаментов округи, взорвавши снизу, вышли из подполья мохнатенькие серые росточки за 300 метров от сухого пня. Не троньте тополя, себе дороже. Я через 300 лет сюда заеду, и здесь не будет больше тротуаров, бетонных, плиточных, иных покрытий, а будет 1000 серебристых бурь. Вот мне очень интересны были стихи Вероники Рыбаковой. Которая от них отличается. Да, она очень сильно отличается от других поэтов своей группы, скажем так, потому что о поколении говорить еще очень рано. Но что интересно именно в ее стихах? То, что у нее есть, она нашла свой мир, свою тему. И очень интересно в том, что ее профессия, она озеленитель, может быть, привела ее к новому ощущению мира в подробностях, в росте, к поразительному вниманию, к живому миру природы, который нас окружает. Но мне кажется, что самое главное, чего пока не хватает им, это социального темперамента. В тех стихах, которые я читала, нет ярко выраженного, скажем, вызова, нет дискуссионности. Вот эти стихи, они не дискуссионны по отношению к предыдущим. Я хотела вас спросить, Ольга Олеговна, поскольку вы занимаетесь как раз молодыми, ведете студию, вот как вы считаете, мне показалось, что есть определенный, что ли, герметизм в избрании тем, жанров. Существует, и действительно я согласна, определенный герметизм, от которого, ну, я надеюсь, каждый из них будет освобождаться по-своему. У них, по-моему, есть нужда в эмоциональном отклике на современность и в эмоциональном самовыражении. Они очень четко знают, что они, скажем, уже не хотят, и то, чего они не принимают. Как пишет Ольга Гарпенко, «Жизнь, не бей меня, жизнь не надо». Так она пишет.
Я не хочу становиться, как все, мчаться, не видя цветущего сада, прыгая в беличьем колесе. То есть есть то, от чего они отталкиваются. Ну, например, Филипп Николаев пишет. Мы слагаем стихи не для легкой поживы, не для ласковой лжи воплощений словесных. То есть они знают, чего они не хотят. Мне кажется, что очень важно, вот, важна ваша роль, именно ваша, вот такой вот воспитательницы при них и человека, понимающего их, состоит в том, чтобы, может быть, попробовать бережно, но подсказать каждому, может быть, ту область, ту тему внутреннюю свою, чтобы каждый вышел на свою внутреннюю тему. И вот когда я читала стихи Маши Неклюдовой и смотрела, у нее очень разные есть стихи, но у нее есть своя тема, я увидела. Вот у нее есть да, балет, театр, вообще тема превращения, да. Того, как жизнь превращается из года, метаморфозы. И вот я это почувствовала у нее, да, как именно ее совершенно личную тему. Не просто театр, а момент перехода, момент превращения. Ну, скажем, я не могу не отметить стихи Филиппа Николаева. Мне кажется, что он постепенно находит свою интонацию. И неправда отныне, что выбор свободен. Каждый шаг сторожит неизбежная память. Грех же вечен для жизни и смерти подобен. Ни слезе, ни могиле его не исправить. Вот такой крупный нравственный счет, с которого он начинает, это залог того, что, может быть, эта индивидуальность разовется в значительное явление. Они способны, скажем, ощутить жизнь чего-то неодушевленного, неодухотворенного, как жизнь, одухотворенная. Вот такой парадокс. Есть такой парадокс. Скажем, есть стихотворение Чукоккола, это стихотворение... Это стихотворение Дениса Новикова. Ну, Дениса Новикова. Чукоккола. Голое тело, бесполое, полое, грязное, в мусорный ящик не влезло и брошено около... Это соседи, отъезд своей дочери праздное, выперли с площади куклу по кличке Чукоккола. Имя собачки ее раздражало хозяина. Ладно бы Катенька, Машенька, Лизонька, Наденька, нет ведь Чукокколой, словно какого татарина. Дочка звала ее с самого детского садика. Выросла дочка, у мужа теперь, в Леонозове. Взять позабыла подругу счастливого времени. В дом, где супруг ее прежде играл паровозами и представлялся вождем магиканского племени. Голая кукла Чукоккола мерзнет на лестнице, завтра исчезнет под влажной рукой уборщицы. Если старуха с шестого, так та перекрестится, а молодая с девятого и не поморщится. Спасибо. Смерть этой куклы он переживает очень сильно и непосредственно. Но открыться также другому человеку, перевоплотиться в него и ощутить его боль, его страдания, его жизнь и смерть, пока что этого я пока не ощущаю. Это сложно, пока идет момент выражения самих себя, максимальный, и осознание того, что каждый из них не просто индивидуальность, но и представитель поколения. Зеленый огонь вместо неба, откуда здесь юг? Молочницы кружат бесшумно у синих фонтанов и смотрят с любовью, и белый туман продают за сущий пустяк в общепитовских вечных стаканах. В 12 часов пополудни вскипает асфальт, ныряют мосты в ледяную волну солнцепёка, и можно соседа на праздничный ужин позвать и душу продать за стаканом лимонного сока, а после, ни слова не вымолвив, рухнуть в тоске и слушать, как жизнь сиротеет, как рвется из тела, как плачется ночь в травяное плечо чистотела и требует жертвы на черном своем языке. Все они ищут себя и на этом пути будут искать и ошибаться, возможно, даже менять и бросать поэзию, менять стиль. И, возможно, не все они будут поэтами. Да, конечно. Но, безусловно, мне кажется, что каждый из них, я уже сейчас это вижу, останутся такими яростными любителями поэзии. Потому что мы все недостаточно живы и достаточно смертны под сводом небесным. Мы слагаем стихи не для легкой поживы, не для ласковой лжи воплощений словесных.
все труднее нам видеть под кровом вечерним. Оттого и отыщется новое слово, что дороги, какие исхожены в черне, суть намного страшнее листа белового. Вечный странник любовь не искусен в затеях, но зато сквозь скупую изысканность слога узнаешь, как глаза постепенно седеют, да слепая листва колесит по дорогам. Мы можем начать с того, как в беллетристике бывает. Кто мог подумать 40 лет назад в доме рядом в литературном институте, что спустя 40 лет мы будем встречаться в редакции этого журнала. Журнала, который тогда ведь очень был притягателен и дорог нам, и многие из тогдашних студентов литинститута там и дебютировали, в частности, когорта молодых поэтов. Я не знаю, был ли ты потом внимательным читателем этого журнала, у меня временами как-то интерес к нему ослабевал, и я думаю, что не без причины. Иногда казалось, применительно к Знамени, что оно напоминает того генерала, которому кто-то у Пушкина в предописных книжках, по-моему, Багратион, его спрашивают, каков он в бою, тот отвечает «застенчив». Так вот, эта определенная застенчивость, по-моему, потом была. И только в последние годы, по-моему, произошло определенное оживление, появились новые имена в этом журнале. Вообще, ты ставишь меня в такое положение немножко сложное, когда начинаешь говорить о том, что было утеряно, что не было утеряно. В этом журнале действительно были хорошие традиции, мне больше пристало его хвалить, вот так скажем. Журнал должен быть всесторонним, во-первых, всесторонним. А во-вторых, он должен иметь свое лицо. А сейчас у нас получается интересная вещь. Сейчас для литературы вообще очень хорошая пора. Сейчас журналы не только соревнуются, но конкурируют. Друг у друга начинают перехватывать талантливых авторов. Вот и у нас и перехватили, и пытались перехватить, и пытаются перехватить. Я на это не обижаюсь, это хорошо. Но это значит еще и то, что с тем, что было, вот узнали, что в озере рыбы, и с корзинами, с ведрами, с сачками все кинулись выгребать. Это не по-хозяйски, это немножко так спешат. Я думаю, не надо толпиться. Это значит, что журналы не распределились. Вот новый мир, это новый мир. Вот знамя – это знамя. Каждый журнал должен быть своим лицом. Каждый журнал по-своему должен воспитывать общество, воспитывать читателя. Потому что, скажем, хорошего слесаря, хорошего врача – это воспитывает медицинские институты, производственные там, технические училища и так далее. А человека воспитывать? Это должна литература, в первую очередь. Мы хотим начать с первого номера дискуссию о школьном образовании. Это то, что не менее значительно для народа, для общества, чем экология. Экология души. Мы будем приглашать сюда и специалистов, и просто родителей, и учителей принять участие в такой дискуссии. Мы хотим вернуть достоинство критики. Это очень существенно. Потому что вот у нас заказано двум критикам, которые по-разному смотрят на события, заказаны два обзора. Один уже есть, мы прочли. Значит, я не буду пока называть. Мы им не сказали, кто пишет. И одному и другому не сказали. Каждый пишет самостоятельно. Более того, мы не будем вникать. Это не значит, что мы обязательно согласны с тем, что они пишут. Но мы тоже приглашаем к дискуссии. Потому что, вот скажем так, на предприятиях сейчас ОТК отделено от самого предприятия, которое он принимает продукцию. Что-то надо сделать в этом плане с критикой. Я говорю не об административном отделении, я говорю о нравственной позиции. Надо возродить стыд, который, в общем-то, был забыт в недавние годы. Не административными мерами, а стыдно, и это должно остановиться. Это значит, я прерву. Вот в свое время у Твардовского в «Новом мире» всегда была одна рецензия, которая была, вот, знаешь, напоминала, что, ну, что ж такое, вот это, так, это не литература, это вот. Плохая книга. Да, вот это должно быть возрождено. Причем позиция журнала тоже должна быть воспитывающая. Мы благодарны авторам, которые нас поддержали. Вот в первом номере мы печатаем роман Сергея Есина «Гладиатор». Это автор
талантливый. Ну, все помнят имитатора. Да. Потом, кстати, вошел в ряд коллегий. Через коллегии вошел у нас несколько новых членов. Юлия Дронина, Сергей Есин, Владимир Лакшин, Владимир Маканин, Черниченко, Валентина Скотский. Маканин, кстати, свою повесть тоже нам передаст. Передал нам новый свой роман «Приставкин». Это значительное произведение. Вот ты говоришь, Литинститут. Я все время отмечаю Друнина, да, тоже Приставкин, да, да. Ну вот, а наши институтские годы, знаешь, давно ли? Жизнь тому назад. Второй номер мы открываем поэмой Твардовского. Александр Ефимович мне ее читал, я помню, незадолго перед болезнью, перед кончиной. Читал, курил. И вот уже могучий он был человек, грудь могучий, уже ухрипел, он все читал, волновался. Вот мы сейчас открываем. Значит, мы будем давать читателю, возвращать читателю вещи или забытые, или не напечатанные. Как платоновское ювенильное море. Да, вот ювенильное море было напечатано в середине лета. Но основная наша задача – дать простор той новой литературе, которая сейчас вот создается и возникает, она есть. Вот мы будем давать повесть Шмелева, еще неизвестного автора, но еще есть ряд авторов, которые печатаются впервые. Это интересные вещи. Но с самого начала мы, так сказать, подняли планку повыше требований. Потому что всякая мысль, высказанная не художественно, как бы она ни казалась значительной, она компрометирует сама себя. И это мы постараемся, этого правила, держаться. Хотя это, в общем, и нелегко. Но, если так сказать, по взгляду, первый номер уже в какой-то степени приближается к тому, что мы хотим. Это тоже не идеал. Мы будем по мере того, как мы дело делаем, и сами учиться этому делу. Потому что ничего, кроме жизни, и не учат. Вот. Таким образом, и из литературного наследия, и из нового. Вот это сочетание. И, конечно, по традиции журнала «Знамя» мы будем стараться давать значительные произведения и об армии нынешней, и о минувшей войне. Причем это не только должны быть художественные произведения. Из истории Отечества. То, что делал военно-исторический журнал, в свое время очень хорошо делал. Я в последнее время его так не видел. Вот. В какой-то степени мы хотим учиться и у старых русских журналов. У них была великолепная традиция, которую иногда сумели растерять. Все лучшее, что было, мы постараемся возродить. И мы постараемся быть знаменем. Ни новым миром, ни дружбой народов, ни кем другим. Только знаменем. Сегодня мы ухаживаем за авторами. Просим их, любим их, но хотим добиться такого положения, когда они будут считать честью печататься в журнале «Знамя». Потом я хотел сказать вот о чем. С Нового года мы начинаем издавать библиотечку «Знамени». Это будут тома, примерно так, по 25 листов. То есть такие тома, которые в собраниях сочинений. Большим, примерно так, 300 тысяч тиражом. Туда войдут лучшие произведения, печатавшиеся в «Знамени». Значит, и вообще на военно-патриотическую тему в основном. Это будет библиотечка «Знамени». Слушай, коварный вопрос. Сам ты будешь печатать свои вещи в собственном журнале? Нет. Нет. Вообще-то старая как раз русская традиция, чтобы редакторы печатали в своем журнале. Да. Но она у нас была одно время нарушена вот почему. Потому что авторитет редактора заставлял печатать незрелую вещь редактора. Так тоже случалось. Ну, бывали и случаи, когда небольшие русские поэты печатали свои стихи. Пушкин, Твардовский. Знаешь, и хорошо проходило. Этих небольших русских поэтов напечатали бы в любом журнале. А, так сказать, с точки зрения этической, я думаю, нам, пока мы восстанавливаем вот эти нормы небольших русских поэтов, лучше все-таки редакторам печататься в другом журнале, чтобы там объективно оценивали.
я хочу поговорить не как теоретик, каковым я не являюсь, не как создатель каких-то концепций, которые я никогда не создавал, не как литературовед, каковым я не был, а как один из тех, кто подвязается и работает в историческом жанре. Поэтому то, что я буду говорить, есть просто некоторые заметки, иногда сердце горестных заметок, а иногда просто такие по ходу дела, как они у меня в памяти. И, так сказать, это, как когда-то назвал одну из своих, одну свою статью, это просто заметки, так сказать, практика. Заметки, практика этого жанра. Не претендующие ни на какие обобщения, тем паче на теоретическое осмысление. У нас есть сейчас писатели, авторы многих исторических романов, которые спокойно обходятся без архива. Я принадлежу к тем, кто не может обойтись без архива. Может быть, даже отчасти по какой-то биографической причине, потому что начинал я с архивных работ. Есть в Ленинграде Миллионная, теперь Халтурина, и там стоит такое тяжеловесное здание Центрального государственного архива военно-морского флота, построенное специально как здание архивное при Сан-Тетин, внушающее доверие своей прочностью. Вот. И там был маленький дворик, то есть он и есть сейчас. При входе в этот дворик стояла караульная будка, дежурила женщина, одетая в матросскую форму, потому что архив был военно-морского флота. А во дворе этом почему-то особенно мне запомнилось, что именно в 46-м, первой послевоенную, послеблокадную весну, особенно здоровой, пышной, сильно цвела сирень. Вот так случилось, что этот запах и эта сирень у меня навсегда связались с архивом, который в обыденном представлении является пыльным домом и мертвым домом. А для меня это навсегда осталось чем-то живым, светлым, как вот первая послевоенная весна. Я недавно только это прочитал, что Франциск Ассизский, прогуливаясь с учениками, никогда не наступал на какой-нибудь клочок бумаги, исписанный клочок. Он все нагибался и его подбирал. И ученики спросили его однажды: «Учитель, почему ты поднимаешь любой клочок исписанной бумаги?» Он сказал, что я страшусь попрать стопой буквы, из которых слагается имя Божие. В архиве лежат клочки, исписанной буквами, из которых слагалась жизнь. Поэтому каждый клочок не только исписанный великим человеком, а и невеликим, представляет из себя частицу жизни, которая отложилась в архиве. А отложились там пласты. И пласты эти, как бы смерзшиеся, они недвижимы. Но под этим льдом, как знаете у Пушкина, и речка подо льдом блестит. Вот под этим смёрзшимся льдом шумит и течет ушедшая жизнь. И мне кажется, что тут наступает некая мистика и некое таинство в работе людей архивного, так сказать, склада, что ли. Когда им удается как-то как бы пробить лунку на льду или продышать ее и приложиться ухом, и тогда услышать шорохи и шум времени. Это самое счастливое время в работе. На мой взгляд, архив — это не мертвый дом, он должен быть открыт для всех. Лет 70 тому назад «Правда» в 14 году писала о положении дел в архивах и в том числе в Пушкинском доме, о том, что какое страшное безобразие творится. Требуются официальные отношения, бумажки, протекции, вместо того, чтобы демократически принадлежать каждому желающему получить знания. Так вот, я
понимаете, и думаю, что доселе существуют те же самые формальности, о которых писала «Правда» в 14 году. Мне кажется, что архивы должны уже начать работать по принципу библиотек, библиотек. Правда, тех библиотек, в которых нет закрытого фонда. Ну, следующий, конечно, этот самый жреческий вопрос о документе и о вымысле. Ибо это соотношение чрезвычайно, действительно, сложная вещь. И нам, практикам, попросту надо помирать в одиночку и каждый раз самому для себя решать этот вопрос. Так, я думаю. Что начинается за гранью документа? А за гранью документа начинается психологическое постижение твоих персонажей. А факт психологический, так сказать, на мой взгляд, он лежит глубже факта исторического. Он под ним лежит. И вот ты изволь до него докопаться. А вот теперь я хочу поговорить об очень, так сказать, сложном. И про, по-моему, противоречивом таком вопросе. Это о полноте исторической правды. Вот. Понимаете, нас все горой за полноту правды. Все. Нет таких. Все говорят полнота правды. Ну вот доходит до дела. То есть твоя рукопись поступает к рассматривающим ее. И начинается. Оказывается, полнота правды требует от автора самостояния, а от редактора самостоятельности. Очень давно, наверное, лет 27, ну, 25, наверное, я писал маленькую повесть по документам, и там друг Пушкина Федор Федорович Матюшкин путешествует по Колыме, открывает они там разные земли. И в том числе он описывает торговую ярмарку в местечке Островное. Видимо, на каком-то острове. Сейчас уж я забыл. Значит, купцы привозят товар, а с той стороны приходят чукчи. Разбивается лагерь. Чукчи на одной стороне, купцы на другой стороне. В урочный час поднимается флаг и... как описывает современник, купцы бросаются с товаром к чукчам, а чукчи стоят, храня великолепное спокойствие, и медленно выбирают товар. Купцы бегают, чукчи стоят. Ну что здесь можно увидеть в этом описании? Увидели и сказали, в таком виде наших купцов подавать нельзя. Значит, я уронил достоинство наших купцов перед чукчами. Что это за возражение? В чем тут причина? Невежество, воинствующее невежество? Не думаю, не всегда. Первое направление возражений диктуется аллюзионностью мышления. Это страшный враг нашего современного исторического жанра. Присущий многочисленным редакторам аллюзионность мышления. Я говорю не о романисте, который хочет показать кукиш в кармане. Этому цена грош, это не, меньше полушки этому цена. А я говорю о том, что редактор тот, кто решает судьбу рукописи, беспрерывно видит везде кукиши в кармане. А видит потому, что мыслит аллюзионно. Вот и все. Вторая вещь, посложнее. Вторая вещь заключается в том, что чаще и чаще раздаются призывы к розовым очкам, когда глядишь в прошлое. Почему? А как же? А западная интерпретация? А советологи, разжигающие ненависть ко всему русскому? И вот получается, что если ты описываешь некие отрицательные явления в прошлом, ты льешь воду на нынешнюю мельницу.
недавно, сравнительно недавно, Ричард Пайпс, которого некоторые из товарищей тут историки знают, это историк, он сейчас при президенте, ярый антисоветский человек, который работал у нас в архивах, знает историю. И вот в одной из своих статей он пишет о том, что народная воля была родоначальницей политического террора в мире. Потому что сейчас вот терроризм, значит, он пишет это, так? Наша реакция, наша газета, пугливо пятясь, говорит, что народная воля вообще-то в русской революции никакого значения не имела. И прошла незамеченной. Вместо того, чтобы этому Ричарду Пайпсу спокойно разъяснить хотя бы простое обстоятельство. Да, в марте 81 года в самодержавной России был убит Александр II. А летом 81 года в республиканских штатах был в очередной раз убит очередной президент Гарфилд. Поэтому, если говорить, так сказать, о родоначальниках терроризма, то говорить не приходится. Приоритет спорный, но дело не в этом. А дело в том, что когда убили президента Гарфилда и убил его анархист Гитол, то наша народная воля в Петербурге обратилась с открытым письмом, в котором осуждалось политическое убийство в стране, где существуют буржуазные политические свободы. И говорилось, что мы вынуждены это делать, ибо в нашей стране они отсутствуют. То, что вы проделываете у себя с вашим президентом, с убийством вашего президента, есть проявление того духа деспотизма, с которым мы у себя на родине боремся. Вот так надо отвечать Пайпсу. И я думаю, что вот этот жупел, особенно им пользуются те, которые призывают нас, значит, это видеть только распрекрасное в прекрасном прошлом, они еще делают вид, а может быть и думают так, я не знаю, что они есть держатели контрольного пакета с акциями на любовь к родине. Понимаете? А я думаю, что полнота исторической правды требует абсолютно другого и нормального, и реального, и отнюдь незамысловатого подхода. Пушкин, у него есть заметка о сочинении Георгия Каницкого, епископа. Он говорит, что Каницкий? Каницкий, говорит, прекрасный художник. Многие страницы его сочинений написаны пламенной кистью настоящего живописца. Он его хвалит. А потом говорит, но часто любовь к родине уводит его за границы строгой справедливости. Вот как Пушкин ставит вопрос. Строгая справедливость. А вот строгая-то справедливость, и это и есть граница исторической правды. Ее полнота есть потребность нравственная, как индивидуальная потребность, так и общественная потребность, полнота исторической правды. Но эта потребность возникает только там и тогда, где и когда есть осознание правоты. Тот, кто сознает правоту, не боится правды. И вот, когда, понимаете, вот из этой вот ситуации передо мной возникает, как исторического билетриста, что ли, работающего в историческом жанре, возникает другой герой истории, другой герой истории. Не сильная личность, столь восхваляемая многими историческими романистами, и за мной все чаще и чаще маячит другая сильная личность. Маленький человек, наделенный честью, совестью и чувством правды. Когда-то Владимир Галактионович Короленко посоветовал, посоветовал Татьяне Богданович написать рассказ о почтмейстере. Мы знаем гоголевских Шпекиных, а это нечто совсем другое. Когда распоряжением третьего отделения, то есть бенкендорфовского всесильного ведомства, этому почтмейстеру было приказано перлюстрировать письма такого-то, он сказал, что это незаконно, и делать этого он не будет.
не революционер, человек, стоящий на почве закона и осмеливающийся, исходя из закона, перечить третьему отделению. И борьба шла несколько лет. На него нажимали, он опирался. Вот великий человек, которому надо поставить памятник в России, как Минину и Пожарскому. Ибо это гражданин, гражданин. И вот такие незаметные фигуры, обладающие гражданской, зарядом гражданственности, вот они, мне кажется, достойны будущих усилий вот исторических романистов. Почему я говорю так о памяти об этих? Потому что я считаю, что историческая память есть часть, составная часть экологии, о которой мы сейчас все думаем и от которой сейчас все беспокоимся. Она входит туда же, в среду нашего обитания. Веселится, вспоминая Ломоносова, радуется мысль, соглядая в жизни дела. Вижу Михайлушку Ломоносова юнгой суйком на отцовском судне. Двинская губа только что располонилась ото льда, промысловые лодки идут в море. Пока жива была маменька-потаковщица, со слезами покидал родной дом. С годами маменькин запазочник втянулся в морскую жизнь. Его уму, острому, живому, пытливому, все вокруг казалось чудным и дивным. Сколько спит, столько молчит. Татка, у солнца свет самородный, на солнце риза царская и корона, то и светит. А звезды, маменька сказывала, лампады ангельские. Ну да, звезда бы на холм горы пала, весь город покрыла, а край земли близко ли? А пошто немцы говорят не сходно с нами? Уже в грамоту тебя отдам учиться, там толкуй, что откуль. Пора-то ты у меня любопытен. Любо говорить о Ломоносове, и если я скажу звягливо и рогато, ты расскажи чиновно церемонией. Мы находимся на родине Михаила Васильевича Ломоносова. На том самом, на этом месте стоял когда-то дом отца Ломоносова. Дом не сохранился. Как память о Ломоносове, здесь сохранился небольшой водоем, прудик. Этот прудик выкопал отец Ломоносова Василий Дорофеевич. Держал он в нем рыбу и держал водоплавающую птицу. И служил также этот прудик как осушитель. Дом стоял на болоте, и лишняя вода стекала в этот водоем. И деревня в то время, в 18 веке, называлась Болото. Ну и еще другое название – Мишанинское. Сохранилась с тех времен, с 18 века, каменная Дмитриевская церковь. Она стоит немножко в сторонке. Церковь эта построена при жизни Ломоносова здесь, на родине.
когда родился Михаил Ломоносов, на том месте стояла деревянная церковь. В 1718 году деревянная церковь сгорела от грозы. И на месте сгоревшей в 20-х годах 18 века была построена каменная. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, участвовал в постройке этой церкви. Не сам строил, а вносил определенную сумму денег. Это подтверждается архивными документами. И Михаил Ломоносов тоже оставил память при строительстве этой Дмитриевской церкви. Будучи подростком, грамотным, записал в подрядной книге, что за неграмотного подрядчика Михаил Ломоносов руку приложил. Больше построек, памятников, сооружений того времени, то есть 18 века, в селе не сохранилось. Все дома, которые, вот, проезжая по селу, можно увидеть, построены в конце 19 века и в наше время. Государь мой татенька, Василий Дорофеевич, пусти в Москву учиться. Отца сердце озябло, и ноги задрожали. Татенька, ужель ты произволяешь детищу своему лучше быть и враг, нежели друг? Как это враг? А для кого я потом кровным дом еще богатство наживал? Для тебя. Кому оставлю? Тебе. Миша, погляди-ка руки-то отцовы, как крюки. Сколько я на веку работы унес, уже лицовы труды людям под ноги бросишь? Татенька Василий Дорофеевич, я с Божьей помощью вознамеревался шире да выше свой жизненный полет управить. Татенька, государь, благослови Москву учиться. Ну, сын, воля твоя. Татенька, не плачь. Той же зимы Михаил ушел из дому. Снес на себе шубу да кафтан, да 3 рубля денег. Буря непогодушка унесла его с родной сторонушки. В архиве холмогорского воеводы сохранился документ. 7 декабря 1730 года с дозволения отца своего отпущен к Москве Михаил Васильев, сын Ломоносова. Здание музея находится на том месте, где когда-то стоял дом отца Ломоносова, Василия Дорофеевича. В 1865 году исполнилось 100 лет со дня рождения Ломоносова. И вот как-то отметить эту дату решили на родине Ломоносова поставить памятник Ломоносову. Была объявлена всероссийская подписка по сбору средств на строительство памятника. Деньги собрали, но местные власти подумали и решили памятника не ставить. Село находится в стороне от проезжих дорог. В то время транспорта сюда не было, приезжих людей было очень мало. И местные власти решили открыть в селе училище и назвать его имени Ломоносова. Вот в 1868 году и было здесь открыто училище. Открыли это училище сначала в простом крестьянском доме, арендовали помещение, а к 1870 году, то есть более 100 лет назад, было построено специальное здание. Построили его на том месте, где стоял дом отца Ломоносова, и на деньги, собранные для памятника. Так что это здание вполне можно считать как памятник Ломоносова. Учились земляки Ломоносова в этом доме до 1917 года. После 1917 года это помещение занимали другие организации. Была тут библиотека, сельский клуб. А в 1940 году по решению Архангельского облсполкома здесь был открыт музей. Мемориальный музей Михаила Васильевича Ломоносова. И работает до настоящего времени. Спокойное белое море.
вот интересная вещь. Почему я проработала художником всю жизнь, и вдруг, оказывается, мне легче выразить себя письменно, а не к цветам? Это удивительно, это, между прочим, очень странное явление. Почему? И сейчас я хочу писать. Я много, знаете, как у Лермонтова, дубовый листок, помните? Дубовый листок оторвался от ветки родимой. И когда он прилепляется к чинаре, он говорит: немало я знаю рассказов мудреных и чудных. Так и я много не мудреных и чудных рассказов много знаю. Я могла бы их рассказать. Ну, так много воспоминаний, так много сказано уже. Не знаю, стоит ли прибавлять к этому. На старости лет я написала книжку. Хотя уже книжка в прошлом, она уже прожила свой век для меня. Мне хотелось бы поговорить вот о чем. О людях, которые мне помогли ее написать. Прежде всего, мой отец. Это был необыкновенный человек. Необыкновенный. Вообще мне повезло с родителями и с семьей. Оба моих родителя были прекрасны. Прекрасна была и семья. В результате трое счастливых людей. Отец был педагог, преподаватель литературы. Он с севера родом, из прежней Олонецкой губернии. Это люди особенные. Там не было крепостного права. Это гордые люди, очень мужественные, очень свободные, очень справедливые. Таков был и мой отец. Он был человек больной. Говорить громко он не мог. И не хотел. Достаточно ему было тихенько сказать что-то, как уже наступала тишина. Трудные годы революции. Вы вот прочтете это в книжке, кто захочет, конечно. Он сумел с большой легкостью и желанием подойти к своим ученикам, создал школу загородную и работал до своего последнего часа. Он не терпел зубрежки, не терпел, чтобы ему отвечали как-то вообще, так сказать, все по порядку. Он любовался. И учил нас любоваться живописью, архитектурой, стихом, прозой. Он отлично знал искусство. Это вообще был эрудированный человек. Он знал 12 языков. 12, даже просто рука, пальцев не хватит. Очень трудно объяснить мне, какой красоты был этот отец. Не внешний, а духовный. Как он, ну, как он читал стихи, я до сих пор помню его интонации. И до сих пор я утешаюсь стихами. Что еще я должна сказать? Я хотела рассказать о брате. Ну, все-таки брат есть брат, а поэт отдельно. А все-таки он мне брат. Я же не могу смотреть на него со стороны. Он был сказочник, добрый человек и сказочник. Любил ночные прогулки. Вечером стучал в окно и говорил: Татьяна, пойдем гулять. А куда гулять? Я работаю. Мне надо рано встать. Володя, отстань ты с своей прогулки. Пойдем погуляем. И вот я шла, и мы шли по темной Москве. И он выдумывал разные истории, рассказы. Город он знал блестяще. Приходили в первую гимназию. Тогда еще был цел наш дом, в котором мы жили.
Вот он звонит ночью по телефону, а я работаю. Мне надо рано вставать, идти в театр. Часа в 3-2 ночи, телефон в коридоре, квартира общая. Как мы все жили в коммунальных квартирах, ведь это были 30-е годы. Татьяна, послушай, я почитал тра-та-та-та-та-та-та. Я говорю, Володя, это плохо. Ты дура, он мне говорит. Ты дура, это хорошо. Трубка брякается. Только-только я глаза завела, заснула. Опять телефонный звонок. Опять я надеваю халат, ночные туфли, бегу. Татьяна, вот слушай, ты не дура, ты умная девочка. Слушай другой вариант. И это Володя хорошие стихи. Вот так-то он меня будил ночами и мучил. Но посвящать ему стихи я запретила мне. Рассердился и сказал, никогда не смей мне посвящать стихи. Рассердил. А он посвятил очень хорошие стихи мне. Это жестокое пробуждение. Я не помню начало, то есть я не помню их. Сегодня ночью ты приснилась мне, не я тебя славил. Как-то не я тебя нянчил, не я тебя славил стихом благородным. Хорошие стихи. Но ты мне приснилась, как детству русалки, как детству коньки на прудах посидела, как детству веселой бестолочь самок, как детству бессонные лица сидела. И вот эти стихи очень были хороши. А потом он вдруг их начал переделывать. Я рассердил и сказал, не надо мне посвящать больше, если ты переделываешь стихи хорошие на плохие, я не хочу. Характер у меня был такой же плохой, как и теперь. Даже еще хуже. Моя мама была самой большой любовью моего брата. А он был любитель женщин. Но мать он ставил выше всех. И похоронил ее в Ташкенте. Когда она умерла, он начал писать поэму свою «Дело его жизни». Хорошая поэма. «Середина века», потом он ее назвал. Вот мы уезжали из Ташкента, нас провожал в темно вечер. Провожали какие-то люди, мало людей нас провожал. Среди них была Анна Андреевна, закутанная в платок. Анна Андреевна Ахматова, я имею в виду. И вдруг раздается дикий, у брата страшный бас был. Крик, Татьяна, на весь вокзал. Я бегу. Где моя поэма? Володя, она у тебя в руках. А, и уходит опять. Через некоторое время опять, Татьяна, где моя поэма? И всю дорогу он ее держал у груди. Так она ему была важна. Но он ее, по-моему, целиком-то не увидел. Она вышла после его смерти, и не вся. Хорошая поэма. Мне кажется, у каждого человека должен быть образец. Образец, по которому он бы мог равняться. Есть несколько человек, которым мы верим, который наше мерило. Вот Сергей Александрович был моим мерилом. Я говорю про Ермолинского, Сергея Александровича, своего мужа. Скоро будет 3 года, как я осталась одна. Это трудное время, и мне трудно быть одной, без некому прислониться. Сергей Александрович был человек необыкновенный. Необыкновенный, я это утверждаю. Волевой, с понятием о чести,
о совести, о дружбе. И через всю жизнь он пронес свою дружбу с Булгаковым. Это кольцо Михаила Афанасьевича Булгакова. История его такова. Сережа, мой муж, он же Сергей Александрович Ермолинский, шел читать пьесу о Грибоедове. И очень волновался. Шел в Амхат, волновался. И Елена Сергеевна, вдова Булгакова, Лена для нас, одела ему это кольцо и сказала: Сережа, возьми кольцо Мишина, оно тебе поможет, это будет твой талисман. Он одел, пошел. Она сказала: если будут очень ругать, ты его покрути. Но крутить не пришлось, пьесу приняли, хорошо. А когда он вернулся, Елена Сергеевна сказала: знаешь что, Сережа, оставь это кольцо у себя, оно тебе будет помогать в жизни. Когда я умру, я надеюсь, что это будет не скоро, потому что мне кое-что надо сделать, я об этом потом скажу. И это кольцо отдадут в музей, если будет, я надеюсь, Булгаковский музей. Будет, наверное. У Сергея Александровича была трудная жизнь. Вернее, в его жизни были трудные периоды. И он мне говорил, что самые тяжелые моменты он вспоминал. Я должен быть на высоте. Я дружил с Мишей Булгаковым. Ну, вот эту верность совершенно... Удивительная верность он сохранил до своего последнего часа. Такой дружбы уже она выродилась. В 19 веке она еще была, а сейчас уже мало ее. Вот еще я хотела сказать о том, что мы всегда пишем, делаем что-то для кого-то. Я писала эту книжку для Сергея Александровича. Вот его книжка. Последняя книжка. Очень хорошая. И замечательные воспоминания Михаила Афанасьевича. Я хочу... похвастаться, погордиться, не похвастаться тем, что эта книжка посвящена мне. Писатель 19 века Владимир Адоевский говорил: перо пишет плохо, если в чернильницу не прибавить несколько капель крови. Так вот, воспоминания о Булгакове написаны одной кровью. В своей книжке о детстве мне хотелось показать, как из чего вырастает человек, из каких черт он складывается. Так мне и хочется сейчас написать книжку о старости, о смерти и о бессмертии, потому что я прихожу к выводу, что творчество и добро бессмертны. И человек, творящий добро, бессмертен. Пусть я и жил, не любя, пусть я и клятвы нарушу, все ты волнуешь мне душу, где бы ни встретил тебя. Нет, стихи Блока, мои любимые. О, эти дальние руки, очарование свое вносишь ты даже в разлуки, в тусклое это жилье. И в одиноком моем доме, пустом и холодном, сни никогда не свободном, снится мне брошенный дом. Старые снятся минуты, старые снятся года, видно уж так навсегда,
думы тобою замкнуты. Кто бы ни звал, не хочу на суетливую нежность. Я променять безнадежно и замыкаясь молчу.